Ребята, всем привет! Сегодня я снимаю такой ролик, очень, ну, необычный, потому что я делаю это первый раз. Я хочу сегодня вам презентовать свой бьюти-бокс. Свой собственный бьюти-бокс, который я составила для вас. Сразу хочу сделать такую помарочку. Этот бьюти-бокс эксклюзивный. Составляла я его сама, лично. Никакие бренды мне не предоставляли средства для этого бокса. Все купила я сама. И составила, собственно, свою коробочку. Чем я руководствовалась? Несколько средств из этой коробочки – это то, чем тоже я пользовалась и продолжаю пользоваться. И так как эти средства мною проверены, мною любимы, вы узнаете какие, поэтому я решила поделиться ими и с вами. И, кстати, этот бокс я разыграю среди своих подписчиков, среди зрителей этого канала и среди подписчиков своего Instagram. Сначала давайте заглянем в коробочку, что же я туда поместила, ну а в конце видео я расскажу об условиях этого конкурса. Поехали! Ребята, давайте же посмотрим наполнение коробочки, что я вам приготовила. Но перед этим нужно наклеить название самой коробки. Я назвала ее Elma Feo Beauty Box. В принципе, как бы ничего вроде бы нового. Все нормальные beauty боксы дают себе название, поэтому вот и мой самый первый. Надеюсь, вам понравится эта задумка, и это не последний beauty box, который я буду вам дарить. Так, открываем. Смотрите, сколько здесь ништячков. Но для начала, чтобы не сильно все ездило в разные стороны, я предлагаю добавить немножечко вот таких бумажек. Первое, что будет в моем боксе, это вот такая милейшая косметичка от Essence. Она, кстати, из серии Kisses from Italy. Это достаточно новая серия у Essence. Косметичка небольшая, но очень прикольная. Она прозрачная, очень приятная в руках. И здесь вот такие поцелуйчики бесконечные. Так, кладем ее на низ. Дальше в мой бьюти-бокс входят вот такие две маски от Вилента. Это просто невероятно кавайные и милые масочки. Одна идет с тигренком, а другая с котиком. То есть, когда вы будете наносить их на лицо, эти тканевые маски, тут вы будете как тигреночек, потому что там очертание тигренка нарисовано, а здесь котик. Эти маски я тоже пробовала, и не один раз, поэтому вам их я тоже попробовать советую и кладу в свой бьюти-бокс. Также я решила позаботиться и о ваших волосах и заказала вот такой шампунь. Он кофейный и он идет для быстрого роста и укрепления волос. Скажу вам по секрету, точнее уже не по секрету, себе я купила точно такой же, поэтому давайте будем тестировать его вместе. Следующее, что будет в моем бьюти-боксе, это бренд Makeup Revolution London. Смотрите, здесь палетка консилеров. И светлые здесь есть, и желтоватые, и более темные. Можно, мне кажется, даже легкий контуринг некоторыми эти оттенками сделать. Поэтому теперь у победителя будет вот такая большая палетка консилеров. Еще и от очень хорошего бренда. Я его прям вам советую. Он действительно очень качественный и классный. Еще я решила позаботиться о ваших губках. И приобрела вот такое средство от бренда Catrice. Это масло для губ, когда у вас они уже очень сильно обветренные. А сейчас осень, я уверена, что у каждой второй из комментариев девочки такое сейчас уже было. И вот эта маселка, чтобы ухаживать за своими губками, увлажнять их, питать, чтобы они были красивые, ухоженные. В общем, кладем маселка. Я кладу в свой бокс вот такую милейшую пилочку для ногтей от Essence. Она у нас с котиком, она очень позитивная и милашная. Уход за губами на этом не закончился. Также я решила положить в свой бокс знаменитый бальзам от Carmex. Я сама пробовала его, и я знаю, что он обалденный. Как вы видите, успокаивает, увлажняет, защищает. Если у вас потрескавшиеся губки, сухие, на осень самое то. Надо, чтобы ваши губки были увлажненные и красивые. Еще немного о волосах. Я кладу в свой бокс сухой шампунь от Batiste. Именно вот такой я не пробовала, он с тропическим запахом. Я пробовала только вишенку и какой-то еще. И теперь я кладу еще два средства, которые я просто обожаю. Ими я пользоваться продолжаю, и у меня сейчас есть они и в моей косметичке. Это такая тональная основа от Essence. Она называется камуфляж 2 в 1. То есть здесь идет и консилер, и тональная основа. И она так круто выравнивает лицо, что вы просто как будто какая-то куколка. Поэтому обязательно попробуйте, кто еще не пробовал вот это тональное средство, я от него просто в восторге. И также идет в мой beauty box консилер, тоже от Essence. Он довольно стойкий, и, как вы видите, он водостойкий еще к тому же. Он очень экономный, мне нравится, у него удобный аппликатор. Вот, поэтому от души советую и помещаю в бокс. Я помещаю сюда вот
такую кисточку от Real Techniques. Кстати, у меня в точности такая же, поэтому я купила еще ее и вам. Это кисть для базы, для тональной основы. Это самая лучшая кисть для тональной основы, которую я вообще когда-либо видела. Советую прям вам от души и от чистого сердца. И в эту кисть я безумно влюблена, поэтому надеюсь, что она пригодится и победителю. Еще я позаботилась о том, чтобы было чем снимать макияж. И вот от Catrice идет у меня такая жидкость, мицеллярная вода, но она идет с маслом, то есть это что-то вроде двухфазное средство. Она предназначена как для лица, так и для глаз, так и для губ. И она снимает даже водостойкий макияж. Ну и последние два наполнения, которые будут в моем боксе, это вот такие масочки для лица. Смотрите, как симпатично они выглядят. И этот бренд называется Cafe Mimi. Вот это идет теплая маска для лица, питание и тонус кожи. И еще одна теплая маска для лица, глубокое увлажнение. Сейчас осень, я думаю, что это тоже очень в тему. Вот такое наполнение у моего боксика. Ну и, конечно, я не забыла о том, чтобы вложить что-то приятное победителю. А что это будет? Это будет вот такой крафтовый конвертик с олененком. А в него я помещу такую открыточку с котиком. И, ну, свою фотку как бы вроде. Просто мне очень нравится эта фотография, и она немножечко ассоциируется у меня с осенью. Сейчас я подпишу открыточку и помещу ее в конверт. Ну что же, вот я подписала фотографию и подписала открыточку заранее победителю. Также в конвертик я хочу вложить несколько наклеек с единорожками, потому что я обожаю единорогов и все, что с ними связано. Я, кстати, достала специальный скотч, уже хэллоуинский, как вы видите. Сейчас я немножечко скреплю то, что я приготовила. Вот так аккуратненько, чтобы можно было отцепить. Помещаем все в наш конвертик. Туда же кладем наклеечки. Кстати, я просто обожаю Хэллоуин, уже жду не дождусь этого праздника. Ну, собственно, и все. Кладем это сверху. И мой первый бьюти-бокс готов. Ну, а теперь досмотрите это видео до конца, чтобы узнать условия участия и иметь возможность получить эту коробочку лично от меня. Не переключайся. Ну что ж, ребятки, я очень надеюсь, что вам понравилось наполнение моего первого бьюти-бокса, El Mafeo Beauty Box, и вы захотите принять участие. Для того, чтобы иметь возможность выиграть эту коробочку, нужно сделать следующие шаги. Первое. Вам нужно быть подписанным на мой канал. Второе. Вам нужно нажать пальчик вверх под этим видео. Третье. Вам нужно перейти по ссылке под видео и подписаться на мой инстаграм. Ну и четвертое. Это как бы привязка к третьему пункту. В моем инстаграм будет предметная фотография этого бьюти-бокса, которую вы должны будете скринить и выложить в свой профиль. И написать хэштег ElmofeoBeautyBox. Конечно, отметив меня на этой фотографии. Ну а в комментариях, хоть здесь под видео, хоть в инстаграме под постом, просто напишите, что вы участвуете в моем конкурсе. Но также я решила сделать еще 4 победителей, которым я отправлю маленькие презенты почтой. Конкурс этот продлится неделю, и результаты его будут под постом в инстаграме, поэтому следите, ничего не пропускайте. Ну а я в свою очередь буду с вами прощаться, призываю вас всех поучаствовать, потому что косметика действительно классная. И если вообще вам понравилась эта идея моего бьюти-бокса, то поддержите меня, напишите свой отзыв. Прикольно, что я так сделала, или не очень, стоит ли дальше продолжать так делать. Обязательно-обязательно напиши свое мнение, мне очень важно, я прочитаю все-все комментарии. Все, на этом прощаюсь, увидимся с вами скоро, ребята, и пока!